смотрю, большая свадьба. Этого Тамаду позвали, Тамада ведет речь, там тасты видео такие, что все, а, Тамада, ты красавчик. Все пьют, Тамада опять становится, опять тост говорит, Чан, Тамада, ты вообще, я не знаю, золотой Тамада, такого Тамады у нас не было и не будет никогда. Тамада радостный сидит, такой довольный сидит. И сейчас уже пошел немного маленький перерыв, все кушают, мучают, и раз у Тамады схватил живот. Ах, и вот газы начали беспокоить. Сейчас думает пойти, выйти, людей побеспокоить, станьте, не выходит. Ладно, говорит, как раз то скажу, в этот момент сниму пистолет, несколько раз выстрелю и газы выпущу, никто не услышит. Ну, Тамада сейчас встает на ноги. Дорогие гости, я хочу такой тост сказать. Говорит, тост и снимает пистолет, только хочет стрельнуть. И отсечку дают, и... И все на Тамаду смотрят. Тамада покраснел. Все смотрят, это что сделал? Тамада у него от стыда, от позора со свадьбы выбегает, приходит себе домой, все вещи собирает свои и уходит в горы. И говорит, больше не вернусь в деревню. Это как я опозорился, как эта отсечка дала. Он с ним не может себя простить. Ну, проходит 10 лет. 15 лет, Тамады нету. 20 лет прошло, и в конце Тамада уже постарел, сейчас думает, ладно, спущусь в деревню. Посмотрю, как там в деревне, что там новое происходит. Спускается в деревню, видит маленький мальчик, в песочнице играется. Он подходит и говорит, здравствуй, внучок. Раз ребенок повернулся, говорит, здравствуй, дедушка. Он говорит, ты мне не скажешь, что новое в деревне есть? Мальчик повернулся и говорит, дедушка, как Тамада пернул? После этого интересного вообще ничего не происходило.